Здравствуйте, уважаемые зрители. На послематчевое победное интервью к нам подошел Лавров Ярослав, номер 31, команда «Янтарная звезда». Вы стали досрочными победителями. Я вас пишу поздравить. Скажи, что ты думаешь про своих соперников? Соперники были неплохи. Их первый состав не настолько уж сильнее их. Сражались достойно. Ранее вы уже встречались, да? Да, на одном из турниров. Как закончилась встреча? По булитам 3-2 выиграли. Ну, вы равны составы, я видел. У вас очень-очень близкие стили игры. И, в принципе, скорость и сила. Вратарь какой команды самый опасный? Наверное, Алмазы. Потому что он очень хорошо двигается в воротах. Кого можешь выделить из своей команды? Кирилла Ситникова. Очень хорошо двигался, отдавал передачи. Делал все как надо. А какой самый невероятный гол ты забивал в своей карьере? Наверное, против Атланты на том же Кубке Ляпкина, там, где мы играли с Версалью. Что за шайба это была? На входе в синюю линию, движение в центр и бросок. Скажи, сколько спать спортсмену, чтобы быть таким бодрым, как ты? Да как обычные люди. Ну как ощущения? Ты уже победил? Классные очень. Можно отдохнуть теперь, поспать? Да. А завтрашний матч? Ну, он хоть и ни на что не влияет, но все равно нужно постараться. Вы будете бороться до конца? Да. Спасибо большое за интервью. Покажи статуэтку.